السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Да, сейчас не в этом дело. Вот на протяжении такого количества Да, он переносит нас в новую реальность. Итальянский футбол вернулся. Ура, товарищи! Составы играющих, если он выйдет в финал, это будет рекордный финал. По количеству финалов он утвердится на первом месте. Первая атака Ювентуса после коронавируса. Момент, кто будет бить первый гол? Завершающего удара по воротам Александру красиво подцепил мяч. Здесь на замахе убрал, просто отправил в отпуск Конти, который очень активно перемещается по футбольному полю. Выполняет подачу, но слишком высоко. Неужели Рухи умудрился обработать? Ну-ка, вот здесь, принял. Ну как, рука же была. Ну, наверное, Криштиану можно. Или как там говорилось, это у того, у кого надо. Там была нога, а здесь рука. Домашний матч Ювентуса, и Арсата сразу же ставит пенальти в самом начале. Ну, друзья, ну а что, как тут не ставить? Криштиану-то рукой сыграл, но после. Ну-ка. Нет, Дибала забил последний интро. Удар штанга! Губа можно прочесть, он его не видел. Подсказывает Пьоли. Он его не видел, не видел соперника. Вместе со своей штангой. А штанга его друг, а это прямой ногой. И опять мы будем смотреть. Ну вот у нас футболище началось сразу же. Прямая нога, и это не Ибрагимович, это Ребич. Наверное, Ибрагимович его научил. Крастера сразу же показал красную. Ну-ка. Ну да, прямая нога в корпус. На Ближнем Востоке финал, один из недавних финалов Кубка. Там, между прочим, 1050 было, но они молчали. Вот в Саудовской Аравии. И действительно, на трибунах много людей, но они не болеют, а просто смотрят, чемпионат будет доигран. Но если вдруг он не будет доигран, то таблица будет зафиксирована для определения участников Еврокубков, но чемпион объявлен не будет. Доннарумма делать. А это значит, что Ювентус может использовать 15 футболистов. А Милан, соответственно, уже меньше. Вот по пол. Думали, что они не успеют в обозначенные УЕФА сроки разложить матчи так, чтобы просто даже по два в неделю успеть сыграть до того времени, когда... Один из немногих ударов в створ в сегодняшнем матче. По-прежнему по створу Буффона не пробили ни разу. Прозвучал. Сильвио Пьоли. Пока что главный тренер Милана, его команда в атаке. Бонавентура. Передача нужна. Удар. Арбитр, и у него сегодня много разнообразных помощников. А это Дуглас Коста. Демонстрирует хорошую работу с мячом и отличный перевод на дальний угол штрафной. Дибала. Бонавентура делал эту передачу. Хорошую атаку провел, подачу за последнее время. Ер. Ну, здесь сложно было попасть в створ. Тут и Криштиану был ряд. И с Ильей Трифановым в программе «Все на матч» до игры. Милан встанет в оборону, будет искать свой шанс. И он остается. На 80-й минуте у Милана есть шанс выйти в финал. Просто нужна одна атака. Если Ювентус не забьет...